поэт by Михаил Юрьевич Лермонтов. Read in Russian for LibriVox.org by Илья. June 2008. Отделкой золотой блистает мой кинжал. Клинок надежный, без порока. Булат его хранит, таинственный закал. Наследие бранного Востока. Наезднику в горах служил он много лет, не зная платы за услугу. Ни по одной груди провел он страшный след, и ни одну прорвал кольчугу. Забавы он делил послушнее раба, звенел в ответ речам обидным. В те дни была б ему богатая резьба, нарядом чуждым и постыдным. Он взят затериком, отважным казаком, на хладном трупе господина, и долго он лежал заброшенный потом в походной лавке армянина. Теперь родных ножен избитых на войне лишен героя спутник бедный. Игрушкой золотой он блещет на стене, увы, бесславный и безвредный. Никто привычной заботливой рукой его не чистит, не ласкает, и надписи его, молясь перед зарей, никто с усердием не читает. В наш век изнеженный, не так ли ты, поэт, свое утратил назначение, на злато променяв ту власть, которой свет внимал в немом благоговении? Бывало, мерный звук твоих могучих слов воспламенял бойца для битвы. Он нужен был толпе, как чаша для перов, как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой, и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой, в одни торжеств и бед народных. Но скучен нам простой и гордый твой язык, нас тешат блестки и обманы. Как ветхая краса, наш ветхий мир привык морщины прятать под румяны. Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк, или никогда на голос мщения из золотых ножен не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презрения? End of poem. This recording is in the public domain.